Хорошо, что же насчет Нового Завета? Что же Новый Завет говорит о Ветхом? Если мы посмотрим, и в Новом Завете неоднократно встречается выражение «написано», а затем цитируется текст из Ветхого Завета. Я не буду вам перечислять тексты, вы их сможете сами все найти. Таких примеров очень-очень много. Мы их встречаем во всем Новом Завете. И, во-вторых, нам стоит отметить вот некоторые тексты. Я их не буду все читать, так как у нас не так много времени осталось. Но в обоих этих текстах говорится о том, что Дух Святой действовал в разуме ветхозаветных авторов. В первом послании Петра говорится о том, что они предсказывали пришествие Христа, Его страдания и Его славу. Также новозаветные авторы цитируют ветхозаветных авторов, причем, делая это, они явно приравнивают эти слова к Слову Божьему. И так как у нас не так много времени, то мы не будем разбирать каждый текст. Но чтобы вы получили некое представление об этом, обратите внимание вот на какой текст. В Матфея 19:4 цитируется Бытие 2:24. Мы об этом уже говорили. И слова, записанные в Бытие 2:24, это слова либо Моисея, либо Адама. Но Иисус говорит, что это слова Божьи, что Бог это сказал. И нечто подобное происходит во всех других текстах, когда авторы Нового Завета цитируют авторов Ветхого Завета. И можно сделать вывод, что если что-то упоминается в Писании, и неважно, что это, слова ли сказанные Богом, или что-то записанное автором какой-то книги Библии, или что-то, кто сказал другой персонаж, описываемый в этой книге, тот факт, что это записано в Писании, делает это Божьим Словом. Разве это не означает, что эти тексты должны быть богодухновенны? Они должны быть Божьим дыханием. И представляется, что иначе быть не может. Что ж, опять, вы сами можете просмотреть все другие тексты. Что же новозаветные авторы думали о том, что они сами писали? Они считали, что написано ими — это Слово Божие. И позвольте мне привести вам лишь пример, чтобы вы могли получить представление. Я думаю, что неплохо будет начать со свидетельства апостола Павла, но мы с вами уже изучили это. 1 Коринфянам 2, стихи с 12 по 13. Павел пишет нам о том, что те слова, которые он и другие говорили, и мы также должны подразумевать «писали», были даны самим Богом посредством Святого Духа. И это означает, что Он говорил слова Божии и писал слова Божии. В первом послании Фессалоникийцам, во второй главе, Павел повествует о своем служении верующим в Фессалониках. И он ободряет их, он хвалит их в 8 стихе 2 главы, потому что они были настолько дороги ему. И в 9 стихе он повторяет, что он проповедовал им Евангелие Божие, но затем в 13 стихе он говорит о том, как они приняли его проповедь. И он пишет об этом с радостью. Он говорит: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, потому что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Если Павел пишет, что он проповедовал Слово Божие, и именно так они восприняли это, то неужели вы думаете, что он свои послания считал менее значимыми? В частности, то послание, которое он написал верующим в Фессалониках. Вряд ли. Такое на самом деле очень маловероятно. Особенно если учесть, что во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, в стихах 13 и 14,
Павел благодарит, что Бог избрал этих людей ко спасению. И затем Павел пишет, «Которого и призвал вас благовествованием нашим», то есть ко спасению, посредством благовествования, которое в 14 стихе он называет «нашим», то есть речь идет о его проповеди, проповеди других апостолов. Затем он повелевает им в 15 стихе, «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». То есть он приравнивает написанное слово с проповеданным словом. И он уже до этого написал в 1 Фессалоникийцам 2:13, что то, что он проповедовал, это Слово Божье, именно так они это восприняли. И если сопоставить это все вместе со 2 Фессалоникийцам 2:15, то выходит, что Павел полагал, что то, что он писал в церкви в Фессалониках, было Словом Божьим. И, очевидно, есть другие тексты, как, например, послание к Галатам, 1 глава, стихи 11-12, где апостол Павел разъясняет, что Евангелие, которое он проповедовал, не придумано им или кем-то еще из людей, но вручено ему самим Господом. Но ведь Евангелие, которое Павел проповедовал, прослеживается во всех его посланиях. А если это Евангелие было вручено ему Господом, то это означает, что и написанное Евангелие также является Божьим Словом. Что ж, я могу продолжать, но нам надо идти дальше. Вы, в принципе, поняли суть. И еще один заключительный пункт, на котором мы остановимся. Одно дело считать, что авторы считали Словом Божьим то, что писали сами своей рукой. Но вот интересно, как они рассматривали написанное другими авторами. Что ж, вспомните о том, что именно Петр написал второе послание Петра, 1 главу, 19-21 стих. А мы сделали вывод, что написанное им в этих стихах включало, во всяком случае, первое и второе послание Петра. Но есть очень-очень интересные стихи, которые мы рассмотрим во втором послании Петра, 3 главе. Они также имеют отношение к этой теме. 2 Петра, 3 глава, стихи 1 и 2. Петр пишет, «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». Интересно, не правда ли? Кто же такие эти пророки, святые пророки, о которых он здесь говорит? Что ж, это люди Ветхого Завета, но маловероятно, что они отличаются от тех людей, о которых он упоминает двумя главами ранее, вернее, одной главой ранее, во 2 Петра 1 главе, стихах с 19 по 21. И Петр уже сказал, что это Божье Слово. Дух Святой руководил написанием этих слов. А теперь он приравнивает слова апостолов, не только свое слово, но и слова других апостолов, со словами пророков. И тогда не только то, что они проповедовали, но и то, что они писали, должно было быть Божьим Словом. И как подтверждение этому, чуть ниже, в 3 главе, Петр пишет вот что, стихи 15 и 16. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам,
как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, и мы с этим можем согласиться. Хотя хочется сказать, кто бы говорил, если вы прочтете первое и второе послание Петра, синтаксис очень-очень сложен, но как бы там ни было, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные в собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Что же это говорит нам о тех посланиях, которые написал Павел? Петр считает это писанием. А что Петр думает о Писании? Что ж, он считает это Божьим Словом. Поэтому мы видим, что все здесь последовательно, все согласуется между собой. Если посмотреть на Ветхий Завет и на Новый Завет, как Ветхий Завет, так и Новый Завет — это все Божье Слово. Это все Богодухновенно. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. И сопоставив это все вместе, к чему же мы приходим? Вот к чему. И мы обсудим этот вывод очень быстро, так как у нас не так много времени, и вы все это можете прочитать в материалах курсу. Бог — это источник Писания. Вы можете увидеть это в первом послании к Коринфянам 2, 12-13. Также об этом очень ясно говорится во втором послании Петра, 1 главе, стихах 19-21, что ничего из этого не является плодом исследований собственного человека, который пишет свои измышления. И, конечно, 2 Тимофею 3:16, все Писание Богодухновенно. Это означает, что пришло от Бога. К этому можно добавить все то, что писали ветхозаветные авторы и новозаветные авторы о происхождении Писания. Что ж, источником Писания является Бог, и в результате Писание представляет собой Божье Слово. То есть конечный результат — это Божье Слово. И здесь можно привести те же тексты из Писания, о которых мы уже говорили на последних лекциях. Итак, в-третьих, все Писание — это Божье Слово. И ключевой текст здесь — это 2 Тимофею 3:16. И когда вы к этому добавите другие свидетельства, которые говорят о разных частях Писания, то вы убедитесь, что каждый текст Писания можно охарактеризовать как Божье Слово. В-четвертых, Писание было написано земными авторами, использующими земной язык. И об этом, несомненно, говорится хоть и отчасти в первом послании к Коринфянам во второй главе, стихи 12-13. Но в этом можно убедиться, и посмотрев на то, что у нас написано, на сам текст Писания. Он отражает личностный интерес разных авторов, что у каждого автора был свой индивидуальный стиль написания. Да, некоторые из них пишут послания, но даже когда они пишут послания, они пишут послания по-разному, используя свой стиль написания послания, отличный от других авторов. И также стиль написания Евангелий не идентичен. В каждом Евангелии он свой. И все это свидетельствует о том, что Писание в действительности было написано земными авторами, людьми. Несмотря на то, что мы знаем, что источник Писания — это Бог, и в итоге это Божье Слово. И что ж, мы можем подвести некий итог всему сказанному, сказав, что у Писания как бы двойное авторство, как божественное, так и человеческое в каждом случае. То есть оно написано так, что авторство и Бога, и человека не нарушается. И здесь мы исключаем идею о написании под диктовку.
Когда земной автор присутствует, но все, что он делает, он лишь записывает сказанные ему слова, как стенограф. Но нет, каждый из них вносит свой вклад. Есть разные термины, которые выражают эту идею. Некоторые люди называют это совместным, кооперативным откровением. И они имеют в виду вот что, что есть божественный автор, а также и земной автор. Совместное. То есть они писали вместе. И именно это здесь имеет место. И разум каждого автора активен, не пассивен. Да, здесь присутствует аккомодация или приспособление. И вот что я имею в виду. Истина нисходит от Бога, но его разум многократно превышает наш. И он, зная все, знает также и то, как высказать эту истину так, чтобы люди, которые будут это записывать, поймут, о чем идет речь. И это верно относительно тех людей, которые впервые получили это откровение, а также о всех, кто когда-либо жил. Что ж, говоря, что есть как божественный, так и земной автор у каждого текста Писания, мы не подразумеваем, что земной автор понимал все до конца о том, что он пишет. Более того, вы помните, что записано в 1 Петра, 1 главе, стихах с 10 по 12? Там говорится о том, что ветхозаветные пророки писали о пришествии Христа и о его страданиях, и они понимали, что это то, что должно произойти в будущем, но они не знали, кто будет тем, в ком исполнится это все, и когда это произойдет. Поэтому они нуждались в какой-то дополнительной информации. И есть много текстов в Ветхом Завете, а также и в Новом Завете, где записаны предсказания о будущем, и автор записывает это все, но он сам до конца не понимает, что все это означает. И он просит, скажем, ангела истолковать это. И далее идет какое-то объяснение, видение или сна. И автор это все записывает, но это опять-таки не означает, что он понимает все до конца, то, что он пишет. И, скажем, то, в ком это все исполнится, если он пишет предсказания о будущем. И еще вот что мы можем сказать. Я думаю, начать здесь стоит с 1 Коринфянам 2 глава, стих 13, о сопоставлении духовного с духовным. Боговдухновенность распространяется на сами слова Писания, а не только на идеи. И когда мы читаем написано, дальше идет цитата слов, а не только идей, в общем смысле. И подразумевается здесь вот что. Если говорится «написано», то это равносильно, если было бы сказано. В Писании говорится, а это означало бы, что Бог говорит. И так как нам дана серия слов, то это, конечно, подразумевает, что Боговдухновенность распространяется на слова, а не только лишь на идеи. И далее можем сказать, что Писание содержит разные формы откровения. Что же я имею в виду? Ну что ж, в ней записаны видения, записаны сны, записано, когда ангел обращался к какому-то человеку, открывая некую истину. В ней записаны чудеса. В ней содержится много информации об Иисусе, самой высокой форме частного откровения из всех существующих. И все это, если сопоставить со всем написанным в Писании, образует Библию, которая сама по себе представляет еще одну форму откровения, взятое целиком. И что ж, как Ветхий, так и Новый Завет — это Боговдухновенное Божье Слово. И нет сомнений в том, что 2 Тимофею 3 глава или 2 Петра 1 глава
ссылаются на Ветхий Завет, но мы уже говорили о том, что это можно применить и к Новому Завету. И, несомненно, обещание Иисуса о Духе Святом, который напомнит им все и научит их всему, подразумевает, что написанное апостолами будет Божьим Словом. И также мы рассмотрели другие свидетельства из Нового Завета, что написанное апостолами есть Писание. А если это Писание, то это Божье Слово. Что ж, на этом мы будем вынуждены с вами закончить, что касается богодухновенности. И затем мы будем в оставшиеся минуты этой лекции начнем говорить о безошибочности. Но прежде я хотел бы спросить, есть ли у вас какие-либо вопросы по этой теме, по доктрине богодухновенности? Да, пожалуйста. Послание к фессалоникийцам Павел призывает твердо держаться предания, которым они научены, или словом, или посланием. Говорится ли здесь о другом предании, не о Библии? Я считаю, что вы задали хороший и очень важный вопрос. Я сам не разбирал досконально этот текст Писания, но, как мне кажется, толкователи будут единодушны в том, что под преданием подразумевается то, что Павел и другие апостолы проповедовали о Христе, и что они дали вот эти знания верующим. Именно это следует понимать, когда речь идет о предании. И я не думаю, что Павел подразумевает какие-то ритуалы, которые он, быть может, где-то проводил. И особенно, когда он говорит «держитесь предания, которому были научены словом или посланием», то если речь идет об обрядах, то почему Павел пишет именно так? Значит, он говорит не об обрядах. Я понимаю, как кто-то может вырвать это слово из контекста и на основании этого говорить, что все церковные обряды и практики, они важны, и этому следует учить, но я считаю, что неверное понимание того, что Павел говорит в этом тексте, не говоря уже о том, что Павел писал и чему учил церковь в Фессалониках. Хорошо. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.